Доброе утро. Вчера мне пришла идея в голову снять видео на день обычный. Какая мне идея еще в голову может прийти? Последний раз я это делала именно здесь, месяц назад. Соответственно, я могла соскучиться по этой рутине, поэтому не будем осуждать меня. Почти 11 часов утра, и мы пришли готовить завтрак. Завтрак — это лучшее, что есть в моей жизни, поэтому мы заморочимся на завтрак. Знаете, я не отношусь к тому типу людей, которые пытаются приготовить что-то быстро на завтрак, и заниматься своими делами. Нет. Как бы все, можно начинать готовить. У нас сейчас произошла очень удобная перестановка. Теперь нам не надо постоянно доставать нашу электрическую плиту. Она все время стоит. И это очень удобно. Самый сложный вопрос в жизни и смерти, который я задаю по утрам себе, это что я буду пить, кофе или матчу. Потому что я очень люблю то и то. Все время у меня есть дилемма, в общем, что пить. С другой стороны, хочется кофе с утра. Я бы матчу выпила, может, попозже или вечером. Вот, но у нас нет кофе, который заваривается. У нас только для кофемашины. Мне ее лень включать, лень все это делать. Поэтому, наверное, сделаю матчу. Буду делать матчу на банановом молоке. Кстати, интересный факт. В нашем доме альтернативное молоко пью только я. И, кстати, вот эта фирма, мне она очень нравится. Вот именно она. Я ее попробовала в Октау, или до этого я еще пробовала. По-моему, кокосовое молоко я пробовала с этой фирмы. Вот, ну, короче, мне больше всего она нравится. Во-первых, она красивая. Во-вторых, у них более какой-то вкусный, насыщенный вкус, что ли. Самое дурацкое, обидное, что в обычных магазинах, киосках этой фирмы нет. То есть, вчера ее купили в Ленте. Я сразу взяла банановое молоко и кокосовое. Я пью, мне кажется, все виды молока, они мне все виды нравятся, вот, имею в виду альтернативное. Овсяное, и миндальное, и банановое, и кокосовое. В принципе, больше не знаю, какие существуют виды, возможно, какие-то я и не пробовала. Будем готовить на банановом, чтобы было слаще. Кстати, еще одна очень интересная штука. Если вы хотите есть меньше сахара, то вот вам выход. На банановом молоке, да вообще на вот этом альтернативном молоке, оно все подслащает, потому что оно все сладкое. И типа, вот я делаю кофе без сахара. Я уже который месяц пью кофе без сахара, потому что, ну, я делаю это на вот таком молоке, и оно получается очень сладким. В этом смысла нет. Насколько я даже знаю, многие люди готовят вместо молока обычного, когда готовят какие-то, не знаю, там, блинчики, пирожки, что для где надо молоко, вместо обычного молока используют вот такое альтернативное и не добавляют сахар, и получается очень вкусно, говорят, поэтому... Пока я тут с вами болтала, могла бы поставить чайник. Теперь придется ждать. Приготовление завтрака у нас ушло с вами 20-30 минут. Надеюсь, это того стоило. Матча, кстати, получилась очень вкусной. Какие вообще планы на день сегодня? Это очень вкусно. Планы на день сегодня — это спортзал, потому что мы в среду не ходили. Ходили вчера, завтра не пойдем, потому что нас некому будет вести. Поэтому мы идем сегодня, то есть 2 дня подряд. И еще сегодня мне надо намонтировать влог, потому что последний влог вышел 10 дней назад. Я стараюсь выпускать видео каждые 3 дня. Поэтому его срочно надо доделать. Но, с другой стороны, я не сильно переживаю, потому что он получился достаточно большой, получается. То есть, в принципе, можно будет сослаться на то, что там будет как бы 2 видео. Поэтому пыталась себя оправдать как могла. Смотрите, хочу попробовать вот эту какую-то штуку. Она так называется. Она у нас в холодильнике уже очень долго стоит. Ее никто не ест. По-моему, ее купила мама. Нет, не по-моему, это точно купила мама, потому что никто из нас такое не мог купить. Кстати, из последнего мы очень часто стали есть такую корейскую, китайскую, в общем, именно азиатскую еду. Ну, знаете, это ты сначала очень сильно отталкиваешь от себя всю другую, особенно азиатскую культуру. Ты считаешь, что они едят тараканов, бабочек, все, что ползет, и то, что ты есть, никогда не будешь. Но как ты только пробуешь азиатскую еду, то ты не можешь остановиться, и ты считаешь, что она самая вкусная. И это так и есть. Пахнет как суши. Это вкусно. Мне кажется, по-моему, даже в некоторых сушах используют эту заправку. Но это очень вкусно. Еще сегодня вечером надо запечь рыбу на ужин. И надо посмотреть рецепт. Вернее, я вчера уже смотрела рецепт, но надо еще посмотреть какой-нибудь рецепт, чтобы уж наверняка. Все,
Я удаляюсь кушать. Без шуток, выбирала видео для просмотра 30 минут за завтраком. А вот как? У меня просто огромная проблема. Я не могу завтракать. Я могу обедать, ужинать без телевизора, без телефона. Но завтракать, мне важно завтракать под что-то интересное, под видео на Ютубе или фильм, или что-то. В общем, чтобы что-то я смотрела, чтобы мой мозг начал функционировать потихонечку. Потому что просто сидеть, есть и смотреть на еду, я точно не начну функционировать. Утром стану выяснить дармулик. Милая рутина, которая существует у меня последнюю неделю, наверное. Вот это. На деле все очень сложно и все очень просто одновременно. Я в последнее время заметила, что я очень сильно... я в последнее время это заметила. Это было, мне кажется, всю мою жизнь, потому что я помню все сознательное детство, весь сознательный возраст, все время папа и мама делали замечания, что я хожу и вот так сутулюсь. В последнее время я сама начала это замечать, и мне это начало бесить. И вообще я прочитала, как осанка важна в нашем организме и в нашем здоровье. Мне стало страшно, что я могу 20 лет выглядеть как карлик нос. Поэтому у меня существует теперь такая рутина. Иногда забываю. Пока что забывала только 2 дня. Он, если что, не может запрыгивать, он постоянно просит, чтобы его посадили. Где мячик? Жора, где мячик? Мячик! Нападай, нападай! Где мячик? А где мячик, Жора? Внимание, Никин завтрак. Макарошки на завтрак. Самое то. Ну, вообще-то, как бы, уже можно сказать обед, поэтому... Но если вы едите макароны на завтрак, то вот вы в команде. Ника в вашей команде. Почему главный герой помер? Мы едем в спортзал. Почти 4. Вышли поздно. Почему мы вышли поздно? Потому что долго все собирались. Ты скажешь маме свое оправдание? Что я вам скажу? Кто-нибудь интересный. Смотри, машина едет, мам. Куда? Кристина, это не сдал. Минимум не сдал. На улице... Как его включить? На улице пекло. Даже этот стекла горячие. Вот трогаешь, очень горячо. Газпомом. No wings to fly, but this spirit's taking flight. So tonight we'll dance, let's pretend we rule this town. In tomorrow's dawn. А мы не домой едем, а рыбу запечь. Походили мы, в общем, 40 минут, но устали. Мое лицо красное. Ники нормальное. Едем домой есть. Человек, придумавший кондёр в машине, и вообще кондёр в принципе, заслуживает рая на земле, в этом мире, вообще самый лучший человек на свете. И мы, во-первых, потный вышли со спортзала, ужасно работают кондёры, они вообще почти не работают. Там просто 5 минут на дорожке, и ты уже весь потный. С другой стороны, кстати, это хорошо, типа ты в 2 раза больше потеешь. У нас спортзале ужасно жарко, и мы сейчас вышли со спортзала, у нас было жарко в спортзале, мы вышли жарко на улице, хотя... Погода вот. Мы только открыли дверь машины, а что прям холодок был. Классно. Правда? Спасибо. У нас продукт. Я хотела сказать, думаю, не буду. Ты нас больше никуда не возила? Да. Вот все не так. Еще жалобы. Жучки две. Лучшая часть дня. Жалобы! У нас распаковка посылки. На самом деле я знаю, что здесь. И прикол в том, что дня 3-4 назад я это заказала мама. Дня 3-4 назад я смотрела на Озоне эту штуку, и я хотела ее. И мама вчера сказала, что она заказала. Вот такая вот ментальная связь у нас существует, космическая. Вот. Мама заказала нам пупырку. Шутка.
Та-дам! Это набор для делания украшений. Вот таких, как у меня. У меня есть один набор. Мы заказывали, наверное, год назад. Да, наверное, где-то так. Там уже половина бусин закончилась, половину что-то с ними случилось. А тут мама сказала, что она заказала целых три набора, и вот это один из них. Трепочка. Вот тут, короче, прям инструменты. Офигеть, у нас точно такие же для ногтей ножницы. Офигеть. Вот самое, что нужно, это леска. Тут несколько слоев. И что здесь? О май гад. Ого, это что такое? Что-то фантастическое. И крепление, подвески, то есть тут бусин нет. Ага, и тут то же самое. Ну да, тут такие прям большие. Оу.